Друзья, всем привет, с вами Jumbo Max, и в этом видео я расскажу вам о некой функции Xbox, которая поможет тем, кто не знает во что поиграть. Как всегда, перед началом ролика попрошу поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы помочь каналу об Xbox в развитии. Дело в том, что просто YouTube в последнее время даже не присылает уведомления о том, что у меня вышел новый ролик. Ну, как-то так, короче. И давайте начнем. В последнее время я чаще замечаю людей, которые не могут сами решить, во что поиграть, какую игру скачать и так далее. И дело в том, что, видимо, это замечать стал не только я, но и команда Xbox. И не так давно в связи с этим на консоли Xbox One ввели некий рандомайзер, который будет советовать вам, в какую игру поиграть. Ну, так скажем, функция для особо ленивых. Если что, она находится тут, в кнопке «Удивите меня». И нажимая на нее, Xbox будет предлагать вам поиграть в одну из игр, которая будет у вас скачана на консоли. Ну вот, давайте попробуем, что она выдаст мне. Ну, окей, ладно. Так, в данный момент эта игра мне тоже не особо подходит. Ну и в эту игру я бы тоже не очень хотел бы сейчас играть. Другой же рандомайзер у нас находится во вкладке «Подписка Xbox Game Pass». В данном случае рандом берет все игры подписки Xbox Game Pass. Так, и давайте посмотрим тут, угадает ли он с моими пожеланиями. Ну ладно, я гоночки не особо люблю. Тоже не мое. Но вот это вот неплохо. Функция, не сказать, что очень нужная, но для тех, кто не может определиться сам, данная фича должна помочь. Если что, предлагаемые игры — это полный рандом, который не связан с вашими предпочтениями. То есть никто не учитывает, в какие игры вы любите или не любите играть, чистый рандом. Кстати, напишите, пожалуйста, первые три игры в комментарии, которые были предложены вам по подписке Xbox Game Pass. Посмотрим, насколько часто рандом советуют разным игрокам одно и то же. Если что, специальный коммент будет в закрепленном комментарии под видео. На этом, в принципе, все. Если не знали о этой функции, то ставь лайк, пиши свой топ 3 игр, которые тебе посоветовал Xbox. И большое спасибо за просмотр, до новых встреч!